Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решила вам показать, как помыть виноград. Мы все знаем, что он идет не очень хороший, не очень чистый. И еще пару секретиков я вам расскажу. Значит, берем вот такую прекрасную мисочку, которая, в общем, секретным образом добыта. Это мисочка от стиральной машинки, но она очень удобная. Вот, я ее использую для мытья винограда. Набираем воду тепленькую и добавляем немножко соды, потому что сода у нас дезинфицирует. Кладем аккуратненько виноград. Предварительно я тут отбирала уже некачественное что-то, если попадается. Вот. И так он лежит, ну, минуточку где-то. После этого я его предварительно уже мыла. Это я просто вам показываю как. Вот. И перекладываем опять в мисочку. Вот. Сейчас я это уберу. И еще один секретик я вам покажу. Теперь после мытья содой нужно эти виноградинки полоснуть. И как это сделать удобно? Удобно мне так нравится. Значит, я ставлю под проточную воду. И вот так вот я промываю. Вот. Ну и как же мне эту воду вылить, если виноградинки падают? Я это делаю вот так. Я беру дуршлаг. Сверху накрываю и выливаю. Вот. И очень удобно. Вот. Теперь я беру свою мисочку любимую, которая очень удобна, мне нравится. Большая. И сюда же я сейчас положу виноград. Вот. И сейчас мои детки будут его кушать. Вот такие советики. Все, пока, до новых встреч!